Всем привет, с вами Вован, вы на канале Санчес Вован. Сегодняшняя серия будет называться «Не гоняйте, пацаны», потому что сегодня это будет такой небольшой видос, но он будет максимально экшеном. Я сегодня вот на этом вот крутом Форде Фокусе, в Вилландж-Драйв эта машина называется Гаврил Вертекс. Она очень люто валит, это электромобиль сейчас, по-моему, да? Вроде да. Короче, сейчас будет просто жесть. Я просто на большой скорости буду носиться по трафику, шишковать. И как бы реально не гоняйте, пацаны, потому что это очень опасно. И вот как раз сейчас я вам это покажу. Мы с вами сейчас просто погоняем в бинки. Так, поехали дальше. Вау, мега полетел. Какого хрена? Лесу упал. Ладно, машину я буду восстанавливать там, где я ее разбил. То есть как бы здесь. Итак, я предлагаю начинать. Значит, ну вы уже поняли, что сегодня будет происходить. Будет просто полная жесть. Итак, я предлагаю начинать. Так, вот. Everybody, let's go! Так, уху, так, поехали. Итак, скорость будет до хрена. Зашибись, сказал так. Обозначение, какая скорость? До хрена. Ой. Пацаны, мы полетели куда-то. Куда? Ой, ни хрена. О, пацаны, что за несложно? Ну, короче, я думаю, вы все поняли. Ну, конечно, при этой ситуации я не буду восстанавливать, потому что я тупо не на дороге разложился, и как бы смысла восстанавливать я просто нет. На той основе там, где есть социум, есть какая-то дорога. Итак, ой, еще шатаюсь. Ладно, кофе, едем дальше. Пока что едем дальше. Ой, 350 дед! Пацаны, это было больно. Согласитесь, это было очень даже больно. Значит, вот сейчас с моей тачкой произошло, ей просто капздец, она просто убита в хлам, но я ее сейчас легко восстановлю, и все с ней будет хорошо, потому что бим уже дравить можно восстановить машину. Итак, Гаврил Вертекс NA2, а у нас Гаврил Вертекс E-Drive P100D. P100D. Итак, на P100D мы сейчас на нашей P100D поедем. P100D. Итак, поехали. Воу, да ёперный навальный. Так, ёперный на свадьбе. Так, ладно. Вау, нормально пошел. Так, блин, Зетку уйди. Все, Зетку ушли, хорошо. Ай, забор. Вот подлет. Так, едем дальше. Ну, как красивые мечты у нас. Лес такой, вот. Пару-пару, два-два. Ай, ёпер, что ж такое. Я говорил, помните, главное, как упасть. Прямо с гор. Ему повезло больше, чем мне явно. Ну ладно, тогда придется себя восстановить, что уж делать. Так, ой, улетел. Так, едем дальше. Оу! Так, это будет небольшая такая серичка, я забыл, как это будет в нашей серии. Вот, но тем не менее она будет очень экшеновая. Воу, дрифт, так, кизе, волки, зе, кар, вау, вот, дрифт какой-то пошел непонятный. Так. Ой, блин, жопа, дерево, забор. Дерево. Понял. Ну, блин, вот, слушайте, ну ехать-то можно, самое главное. Машина едет, все, отлично. Мы едем дальше. Сейчас мне же елочи, главное, прилавировать. Отлично. Скорость у нас офигенная. Елочки, осторожно. Ой, как больно. Вот это вот было больно. Это уже было опасно. Ой, еще и загорелый. Ну ладно. Едем дальше. Так, поехали. Уху! Так, дрифт. Тачка. Не ушатаемся, в Алгоне. Сейчас будет заход в дрифт. Я мега, театр. Тут такая мега вообще поделась. С такими козмицами. Так, вау, подбили всех просто вообще. Едем дальше, вообще пофиг, едем. Ёлка, блин! Давайте надо этот участок, наверное, осторожно проехать, чтобы каждый раз было падать. Но машина едет, поэтому можно уложить каждый раз. Вот. Едем пока дальше, да? С удовольствием. Блин, там дорога была! Я здесь не снова тачку, потому что там дорога была. Ой, пожар какой-то пошел, нет. А по-моему пожар пошел. Ну тоже так кажется, ну ладно. Так, пацаны, берем следующий автомобиль, это будет на. Как вам мои беды? Итак, пацаны, воу, я разбил себе жопу. Итак, едем, короче, вот по этой дороге. Я нашел дорогу нам, и чем по ней поехали. Итак, воу, вот это просто ворвался.
уверенно в трафик так обходим вообще спокойно на пофигах просто. Блин, о нет, о, вот почему, пацаны, гонять-то не надо. Вот как бы да, пацаны, а вот что делать? Не надо гонять, никогда не надо гонять, потому что может быть такое неисправимое, понимаете? Не надо гонять, это как бы очень важно соблюдать скоростной режим. Не вот шашки шашками, а все-таки мозг должен быть. Итак, поехали. Едем дальше. Так, скорость огромная. Не пойдем, обойдем. Ой, если боитесь. Вау, развернули. Ну, короче, я думаю, вы понимаете, что будет происходить. Мы на полуразрушенном фокусе едем дальше. Так, осторожно. Все. Ой, знак, дерево, деревья! Намотались, но это ничего страшного, это мы можем спокойно переключить. Так, дрифт, пошел дрифт. Так, шоссе. Осторожно, трафик. Так, скорость 200 км в час, он просто... Ой, подлет какой! Вот я не ожидал. Так, тормозим быстрее, тормозим, там же поворот. Там же елка. Стоп, нет. Лучше так, чем елка. Так. Значит, с вами восстановим тогда машину сразу. Слушайте, ну это было жестко, согласитесь, это было прям... Было экшеново и жестко, и страшно, это прям капец. Я прям обосрался, короче. Итак, говорил Вертекс. Так, опять Вертекс, опять его. Погнали, пацаны, мы едем! Так, взлет. Какой взлет? Падение, какое падение? Мы же едем в машине, не в самолете. Итак, значит, взлетаем. Какой взлетаем? Мы же не в самолете. Так, едем, осторожно. Так, воу. Все нормально, знак прозрачный. Живем. Так, блин! Вот это было страшно! Вы представляете, какого чувака повезло, и мне тоже. Почти мне отвезло. Хотя, ну, короче, сейчас... Короче, блин, хорошо, что все остались. Так, скорость, чтобы вы понимали, 200 с чем-то километров в час бега. Подбили Омегу. Едем дальше, блин, подбили еще одну тачку. Все, мне везет по-моему. Ну уж лучше так, пацаны. Я не знаю, мне почему-то кажется, что так... Что так как-то было, блин, я не знаю. Но согласитесь, экшена много, блин, это вообще, вы знаете, такие непередаваемые ощущения, когда ты именно в игре едешь быстро, особенно в Beyond Light, типа в обычной игре там, где нет повреждений, ну типа там, ну едешь ты быстро, едешь быстро, ничего страшного. Ну типа врежешься, тебе ничего не будет. А когда ты в Beyond Light, просто когда выезжаешь в тачку и просто происходит какой-то лютый ДТП, это вообще страшно, поэтому... А в Beyond Light это особенно прикольно. Так, пока что едем, тут очень опасно, что рядом отбойник, на большой скорости мы можем уехать. Так, осторожно. Отбойник, проехали, я бы его вальтер снял. Так, тут трафик. Мы столбы пошли, это тоже еще очень опасно. Скорость 230 км в час, осторожно. Осторожно. Так, нормально. Столб. Отлично, мы остались, что там белка. Ой, а тут елки, блин. Ну, а красиво так, бензин увиделся, мне прям понравилось, фонтанчик. Ну, знаете, мы в елке ушатались. Мне кажется, положение руля не должно быть такое, как у нас сейчас на машине было. Елочка немножко загорелась там. Вот. Значит, берем еще один Гаврил Вертекс и погнали, 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 и погнали. Так. Че он едет-то? Ты вообще едешь? Вот, все, он едет. Так. А у нас там отбойник нет. Так, где мы? Мы в Балфорде, поехали. Итак, вот у нас Балфорд, какой красивый город, какой красный дом. Так, осторожно. Дома всякие. Блин! Я в Омегу ехал. Ооо, это было больно. Так не надо делать, пацаны, так опасно. Так плохо. Это плохо. Ой-ой-ой-ой. Так, подождите, я как-то выйду отсюда, чтобы не ушатывать свой Форд Фокус. Замечательный. Так, ой, Омега, да ты, она не преследует, я вам говорю. Просто. Модельки начал собирать, и к нему же драп не выезжаю чаще всего, это вообще как-то. Так. С ручничка. Ёлка. Ну, я думаю, вы все понимаете, да? Как бы, что сегодня происходит. Блин, это вообще экшен. Это прямо экшен. Мне, знаете, это такой вот адреналин. Это я снова, это адреналин. Это... Прям очень жестко, когда типа ты едешь в дымке на большой скорости, это офигенное непередаваемое ощущение.
Так, но в жизни так не надо, потому что Димка это игра, там можно восстановить машину, а в жизни, во-первых, ни жизни машину не восстановишь, поэтому тут как бы, я думаю, надо различать, где игра, где реальная жизнь. Итак, значит, это такой ликбез, а то она, осторожненько. Так, ой, что я только что чуть в Омегу не въехал. Так, осторожнее, едем дальше. Ускоряемся, ускоряемся, ускоряемся. Так, перекладка. Какая перекладка? Это не дрифт, это, блин. Ой, камень, 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 бензин вылезь. Мотор положи. Надо затормозить. Ооо, слушай, надо затормозить. Так, ладно. Следующий берем наш новый АвтоВАЗ. Шучу, ладно, не АвтоВАЗ, а Форд. Этот фокус Е. Мы раз в Балфорде. В Балфорде есть слово Форд, значит мы на Форде. Йоу! Итак, я тут устроил небольшой замес. Но я, как умный человек, уехал. Ну, правда, это так не умный, ну ладно. Короче, скорость, блин, я не знаю, сейчас будет, наверное, лютая скорость. Как-нибудь надо будет шишковать. Так, блин, это поворот, я не знаю, дорог. Извините, но я восстановлю машину. Надо, оказывается, здесь так и ничего не надо. Мы куда едем? Мы, по-моему, отсюда приехали. Там уже отсюда приехали. И мы отсюда не приехали. А мы отсюда приехали. И не приехали, подождите, что-то забыл. Серьезно, вопрос. Или... А, нет, там. Или да. Блин, мы отсюда, по-моему, приехали. Или нет? Подождите, мы отсюда приехали или нет? Это уже важный вопрос, короче. Ну, мы не отсюда приехали. Да, мы не отсюда приехали. Чё? Так. 11 минут уже серия идет. Блин, и за эту серию я уже охренел. Так. Я люблю, когда серию снимаешь, когда от нее охреневаешь. Это значит, что у вас хорошая серия получается. Так, все. Ну, знаете, вот эта вот машина, в которой я сейчас ехал, я даже не видел, что это была за машина, помогла мне правильно выбрать дорогу для поездки. Поэтому сейчас мы с вами берем еще раз этот автомобиль. Вот. Значит, надо записать уже комментарий Оперского на листочек, чтобы запомнить какие-то, какие кнопочки. Так, разгоняемся. Разгоняешься, так там может быть встреча, да, ну тут есть. Но мы, к счастью, очень умно ее обошли. Так. Блин, тут узкая дорога, это очень опасно. Потому что узкая дорога всегда опасна. Ё-моё, круто, получился. Зетка, 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 отбойник. Так. Дерево, 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 дерево. Ой, пацаны, ну очень больно ушатал я свой Форд. Но это было жестко, согласитесь. Я в очередной раз беру Форд. Так. Итак, едем дальше, короче. Наш берем Форд Е, наш берем Форд У, наш берем Форд Д, наш берем Форд Е. Итак, едем дальше. С ручника. Зачем я ручник нажал? Ой. Так, подбили нашу Nissan Navi, офигеть. У нас тут есть Nissan Navi в драфте, прикиньте. Это вообще охренеть. Так. Пацаны. Ой-ой-ой, еще не загорелся. Вот это блядь. Шо, пацаны? Фаер-шоу? На Форд устроил фаер-шоу? По-моему, да. Ну это капец, пацаны. Я как бы не подстрекатель, но я бы так не сделал. Я бы не советовал так гонять, чтобы у вас Форд загорелся. Это прямо опасно. Когда Форд горит, это очень опасно. Берем следующий Форд и едем дальше. Так, все. Поехали дальше. Так, здесь у нас Омега, блин. Ой, блин, елка, ой, блин, елка. Ну ладно, так давайте заново. Гаврил Вертекс. Вертанись по-гаврильски. Нифига себе, я выдумал. Так, что за лад? Я снес Опель Омега зеркало. Ой-ой-ой, блин, ободренник разложился. Блин. Это было опасно. Мне так, у нас машина прям как трава, она зеленая. Так. Продолжаем. Продолжаем. Слушайте, пацаны, вот согласитесь, эта серия напомнила экшеном. Прямо жестким экшеном. Вот, блин, сейчас. Не, мне. Ух ты, ни хрена себе. Нам такого не надо, пацаны. У нас сейчас как бы немножко другая машина. У нас сейчас Форд. У нас сейчас валящий автомобиль. У нас сейчас машина, которая создана, чтобы рвать и метать. Итак. Просто. Ой, куда поехал? Полянка вообще. Вау, что за знак? Почему он упал? Стоп, сейчас узнаем, что написано. Так, остановить. Что написано? Славик Ланс.
Славик Лэнс, город Славика, пацаны, поехали к Славику, Славик, где едем? Ха, Славик, едем к тебе, едем, Славик, ты где? А, блин, вода, я должен доехать к Славику, пацаны. Ой. Я сейчас обосрался. Так, где Славик? Так, надо доехать, короче, миссия доехать к Славику любой ценой. Ой, блин, Омега, ай, не Омега, это Сивик. Так, 350, у нас очень хороший трайк. Сивик, Омега, 350, Омега и еще старенькая Тойота. Вообще, а мои лучшие, любимые друзья. Так, стоп, какой-то пруд. Это что, Славик сделал? Славик, ты что у нас этот, который владелец, этот, короче, место, где отдыхают люди? Так. Так, блин, офигеть тут пруд. Красивая индустрия, пацаны. Так, едем дальше, пацаны. Скорость лютая, блин, елка. Улетели. Мы не улетели. Где Славик Лэн? Я хочу к Славику ехать. Славик! Славик! 350Z, да? Ух ты, как красивый бампер снял. Так, где Славик? Славик, елка! О, бампер до конца снял. Так, ой, только себя, только еще колесо себе заодно чуть-чуть не снял, но подвеску я себе сломал. А где Славик, да я не понимаю. Славик, ты где? Я хочу к Славику ехать. Я к Славику еду. Так, осторожно, 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 осторожно. Так, о, все отлично. Так. Мы едем к Славику, пацаны. Едем, едем в гости к Славе. Так, какому Славе интересно? Мерлову или Мясникову, не знаю. Так, короче, едем к Славику какому-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, стоп. У нас тут баннер. У нас тут баннер, пацаны. Этот баннер нам может помочь. Если мы сейчас посмотрим этот баннер, то вполне возможно, что мы узнаем, куда нам нужно ехать. Пока у нас разбит фокус, мы сейчас быстренько его восстановим и посмотрим, что у нас написано на баннере. Потому что вполне возможно, что на баннере написан указатель, и где у нас живет Славик. Ну, потому что едем к Славику, он меня просил принести ему подарок. Подарок какой? Подарок? Это ему что-то, какой-то вода ему понадобилась, короче. Вот, святой источник. Так, значит, смотрим. Чё у нас там? Чё-чё-чё, тихо, стой, да не ори ты куда. Тебе нравится эта карта? Вот от души охренительная карта, вообще одна из моих любимых, если, короче, вообще, я не знаю, я обожаю эту карту, у меня есть как и город, так и этот лес, там, поля, короче, офигенная карта, и реки, и озера, короче, лютая карта, просто респект, лютая лютая. Так, воу-воу-воу, скорость большая, скорость большая. Омега, Омега, дерево, привет. Это было опасно. Я, пожалуй, восстановлю машину, мне надо доехать к Славику, я хочу к Славику, где Славик живет? Подожди, давайте посмотрим, где Славик живет. Славик, ты где живешь? Тут кругом лес. Блин, Омега. Это не Омега, ну ладно. Так, кругом лес, поля. А где Славик-то живет? Славик, ты где живешь? Я, короче, так и не выяснил пока что, где Славик живет. Но я должен выяснить, потому что, как бы, ну, блин, ну это все-таки Славик, тут как бы не просто так. Так, где Славик живет? Славик, ты где? Тут у нас поля. Поля? А, вон где Славик! Славик вон там. Он сейчас. У него же трек свой есть, я забыл. Он его в этом 2007 открыл. Вот. На нем еще три. У него, по-моему, еще там моя 36 стоит, да. Я его на разборку, точнее, это я. Ну, короче, жду детали с разборки на 36 так. Ну вот куда я улетел? Едем дальше, все нормально, все нормально, все отлично, все превосходно! Едем к Славику. Славик, 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 я к тебе поеду, чё? Так, где Славик еще раз? Тихо. Славик, где? Слава, что ты сделал? Так, где ты, Слава? Слава, где ты живешь? Так, пацаны, где Славик? Где Славик? А, вон где. Мы почти доехали до Славика. Так. Опять реклама этой карты. Так, вот, нифига, мост прям перед... Ой, ДТП-ха. Так, ладно, едем дальше. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Славик, где твоя? Где Славик? Славик, ты где? А, вон Славик, я уже вижу. Вон Славик. Славон! Братан! Здорово! Как дела? Что делаешь? Подожди, сейчас я тебе приеду. Вот же Славик, вы что, не помните? Это же Славик сделал в 2007 году. Мы еще тут все наваливали, вы что, не помните, что это? Офигеть, блин. Если кто не помнит, то очень сильно плохая память. Вы что? Пацаны, ну вы что, это же супер трек. Здорово, Славик, здорово, чё? Чё, можно сегодня погонять? Да, конечно, можно, садите, барта. О, уже вообще Василий гоняет. Красава, так, на чём поедем у Славика? Так, давайте погоняем у Славика, наверное, на вот этой вот тачке. Хочу её затестить. Так, Славик, я у тебя, короче, вот на этой тачке погоняю, ладно?
Вот, погнали, короче. Пежо Ролины. Славик. Славик! Славон! Так. А, Славик, у меня машина слопнула. А, нет, не слопнула. Так, Славик, все хорошо. Поехали, короче. Мы едем по треку у Славика. О, вот это, слушай, трек себе открохал нормально. Смотрите, уже 13 лет прошло, до сих пор хорошо стоит. Так, офигеть. Славик, это вообще красота. Так, короче, пока что, если что, короче, там со Славиком договорились, там если только я пишу, ладно, ничего страшного. Так, вау, дрифт, 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 пошел дрифт. Так, осторожненько, 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 осторожненько. Мега, мега, мега. Вау! Пипец! Ай, блин, жопу разбил, морду разбил, очку разбил. Так, о, что-то сюда. Леша, ты что за ним? Вау! Вот из-за тебя, из-за твоего спойлера на 350Z, убери лавку! Из-за него, короче, сломала нет, ой, этот Пежо. Фух, ребят. Ну что, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если спасибо видео. Подписывайтесь на канал. С вами был Аван. Были Клай Исаевич, Аван. Всем пока. Это была поездка к Славику. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.